Алдран же Редру есть. Заметки есть, значит, на У Сержа Эрдру тоже есть. Поклонская, потягивайся. Суммон есть? Только что суммон у тебя. Есть суммон? Да, тут. Тильта суманите и начинаем прожить. Нали подойдет. Че, он до сих пор столько? Мама написала, сейчас зайдет. Поклонского. Поклонский, подожди, танчик пока без меня. Сейчас я секунду закинусь. Баренька, мы в РС собрались. А, там я труп был, ссылка просто. Тут порт есть. Я думал, что ты что перепутал? Ты где? Кто-то из АДШ, вытяните командира. Я его сейчас вытяну. Ой, блин, не того. Если в пятый, хватит хил. И, соответственно, если не в пятый, то да. То есть Серж Кот. Так, я отвис. Где он? Так чего вы там танчите, командиры, в толпу? Я увожу. Давайте упадем, может, все. Они, кстати, все уходят. А зачем? Кто из там из БДК побежал тут толпу агрить? Джерем, что ли? Ну я туда вообще не бежал. Просто, ну зачем? Вот смотри, бегом. Дусайри, ты шаг, там генерала все равно нет. Забирай пол. Один я сейчас возьму
еще одного командира большого. Не гордится. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Зачем его фиглять? Притяните того, который дальше далеко стоит. Или кто-то другой стаунтите его. Блять, все равно согрели там гвардейца. Они про него подумали. Пойду по качанию включу.
Кулаки, каски разбафали, да, смотрю. Поклонская прота, потом разбафаешь всем. Кресты будут на Халионе. Берите штурделя. ПДК кулак. Каска на 8, серьезно? Может, кто кулак дал по крестам, вместо кулака МП5 дать. У нас топор отсутствует, начинайте кто-то из танка. Ваши муки станут платой за это вторжение. Тотемы ближе поставьте. Последствия. Да-да. Давайте протанчу основу, тильт первую копию, поклонская вторую. Начинай. Вихрь также не работает, да? Что именно? Он будет стоять на месте, когда начинка вставать. Да. Какой-то он побежал. Не, это он сам так побежал. Я стоял там. Охуеть. Падаем. Давайте пойдем быстрее. Не буду смотреть. Все под морду заходим. Поверни спиной, Жирен. Я бы затанчил двигаться, чем пан. Мы сейчас были бы его полчаса быстрее, упадите. Там два трупа было. Там не два, там человек 8 было. Но я стал на месте, он сам даже ко мне за спину забежал. Видишь, ты танчишь, Шанон, что ты тут говоришь? Ну да. Раз то его танчил, я не умею. Дайте нам починку, кто-то голду. Голды.
Богдан, ты грязнешься? Я же написал, я релогаюсь. Стогол на починку. Так ты бы залетел, чтобы мы бафаться начали, потом бы релогался. Да, забей. Стогол, мрак. Давайте пока бафы, потом точечно по полбокса отдадим просто все. Да я тут уже. Эти мамонты, куда вы его забрали? Сейчас. Красок нету. Есть. Топор, ты тут? Дайте приставал. Спасибо. Все готовы, начинаем. Цирк приехал. Я пока не могу прочитать это заклинание. А сейчас бы под властью крови танчить, молодец. Смени власть. Она сменит. Я ей сменил. Заберите, Берг меня, пожалуйста. Понял. Сейчас, пускай отхилит хоть. Подойди, пожалуйста. Прожимаешь хоть что-то? Ну сейчас я прожму. Смотрите, килл получил в 2.5 меньше урона, чем Шанан. Теперь делаем, кто лучше танчит. Там что-то не так у него. Не, ну просто ты для мужа оставался, ты забрал. Но... По-любому у тебя что-то из прожимок оставалось еще. Не, оно оставалось. Я надеялся, что меня захилят все-таки. Ты просто ударился раз два. Да так не делается, но когда две копии на нем, не надо забирать этого. Забирают, куда падает там. Но потом две копии он уже не заберет. Ему надо было забрать и прожать что-то. Так там Сэдли был еще. Он просто не прожимается, на нем висело частицы хилил по КД. Просто не прожимается. То его просто не захилили. Ну это да, я незабываемости оставлял уже. Танчил две копии. Это так. Это просто я показал, как я прожимаюсь. Типа хил экономит на меня 200 дайте тысяч. Дайте мне пристабав точно попротанчу. Али, дайте вообще нормальный пристабав. И по ховеру каску дайте. Пепел.
обратите их в пепел! Кто что танчить хочет? Мне все равно. Давай да, протанчу тьму. Лучше протанчу тьму. Протанчу а тьму. Нет, протанчу. Порыгайте в святую, там бахил, покажите скилл. Да, Дима, угомонись уже. Ну да, смешно. Отец огурец Фукасаку. Кто что хочет хилить? Да все равно. Хорошо, Фукасаку тьму, огурец свет. Тотем от огня не забывай ставить вниз. Первая пати тьма, все остальные свет. Поклонская нюхи трэш танчит. Четвертая пати. У нас демон, кстати. Козырь в демоне. Так, поменял четвертую пати Кудесница, Хилика, Суслятинка и Нереварина. Остаемся отбивать больших. Давай я подбиваю, ты зайдешь. Давай. А кто тьму танчит? Протанчу. Да, он Козырь я уже посмотрел. Ты не заходишь. Четыре человека. Кудесница, Хилика, Суслятинка и Пупокс. Остаетесь после первой фазы добивать больших, побольше. По хилам Алдеран, Фукасаку и Войд Хилл хилят тьму, Огурец и Стил хилят свет. Хилика диспелишь третью фазу, свет, либо его Пепл Бокс, если есть желание. Да, я, да, подиспелю. Хилика постоянно диспелит. Когда Хилика дамаж Пепл Бокс диспелит. Красно. По инерам Серж, всегда заливаешь ману Огурцу, Нереварин Apple Box на второй фазе, Фукасаку на третьей фазе Огурцу. Че еще не сказал? Паладина я, так понимаю, как. Я пока не могу прочитать это заклинание. Чек на готовность. Сказку дайте сюда. Пан Лох спрашивает, кому СС. Шаман нам тоже каску. И его дань поменяю. Сейчас поменяю. Смотрите, на этом трае он летаем. Вешаешь СС стил. В Айласию составляешь свой СС. Если что, на следующем трае даешь. Так чередуйте. Богдан Звездопад. Первый, третий, пятый трэш на третьей фазе. Я второй, четвертый, шестой. То есть ты нечетный, я четный. Байласиус, ты на этом трае не давай. Сейчас он летаем даст на этом трае. Да, на стила. В следующем трае, если что, на третьей фазе, то выйдем, дашь стил. Все готовы? Заходите за линию. Так, вот поменял. Метку поставил. Начинай, протанчу. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Ух, ты чё, капли ему дал? Так это неплохо, сил метка. Прям бог где спал. Поворачивай на рейс, смещаемся. Хопка. Это не слышим, петолока.
Что? Ну, Африка может нет, нет? Нет. Посмотри там, что. Олег. Для Олега или Хилика. Хопка, хопка. Перебежали. Сейчас переведем, потом все бежим за звездой и заходим с той стороны, где начинали мы. Смотрите, я на третьей фазе тут на пол что-то слабенький, там, наверное, вообще его не будет. БДК, заходи, рейд, идем за звездой, за звездой. Доходим до звезды, потом заходим во тьму. Хильте протанчу. Стоим в звезде. Огурец метка. Скажите. Он кокер метка. Заходите. Серж на третьей фазе, не врывайся сразу в трэш. Дай некоторое время танку. Ближе к морде сейчас метку. Кисуренько. Дай тиндер, шаманам там если не давали. Поклонский. 53%. Серж метка. Выходим сразу в свет. Выходим. Агро, агро, агро. Че вы на Поклонском напугаете? На приколе, ребят. Паладины возьми. А, ничего, ничего. Перебежали. Уже в рейд. Apple Box метка. Во тьме рост, во тьме рост. Вставай. Давай. Серж, подними Apple Box. Серж, метка. Добивай мелкий трэш. Поворачивай на рейд, смещаемся на танке. Здесь нет. Кого прожми? Серж, прожми дубовую кожу, дай по нему мастаунт. Хильте кота. Хаба метка. Перебежали. Бейте пус, бейте пус. Огурец метка. Слав, можешь им пить во тьме? Уже. Силу метка.
Дайте гимнаману, Хилика, пой гимнаману. Да. Хилика, когда перебежали. Ладно. Перебежали, а Гурис, постави что-то не снится. Олег без маны там. У меня есть Дин. Лучше вред. Залей ему, заливай, заливай. Да, меня трэш сейчас убьет. А грота нет. Я смотрю, там ману у огурца нормально, пока я не буду сливать. Мы летаем. Перебежали. Бьем трэш все равно еще. Все, слятенько. А, не бейте босса, добивайте трэш. А, ну все, уже добиваем трэш и босса. Танки прижмите все, что есть, перебегаем и добиваем. На хп пошел. Все добили. Сука, плащ. Сколько еще таких героев? Надо сука. Было приспом эти. Ролим плащ. Еще раз сколько пойдем? Собирай. Могу. Нет, да, что-то мы уже поздно. Давайте за ЭВК. Сейчас я соберу. Поздравляю, Лик, с бисовым хуликалом. Спасибо. Шутка была, что ли? Миличешка. Да, у него у вас. Че вы там не обрыгались? Свету нормально? Ну, холёно, у нас только 1 355 000 домов. Это читер. Да, прямо, подскажите, кто там. Серж, да, по идее? Чё да. Это Серж? Ретрия. Ретрия, Гинцы. Какой? Перси. Нет, Серж. Серж. Нет, выше. Серж выше. Серж выше, да. Слава богу. Я че думал, у него есть, он там 6-5 вроде. Да что ты этого Сержа даже... Шею ролим. Негодяй. Кстати, вот очень хороший сегодня. Ну такой, бесит. В честь юбилея, да? В честь юбилея, давайте прямо сейчас анбаф пойдем. Три холи приставки. Топор. Плюсаните на ИП еще кто? Еще раз. А что, это первый трай был, что ли? Да. Теперь можно топором рубить налево и направо, да? Какой-то шей. 6К, да? Да. Больше, чем на целком. Лучше бы ГП в два раза бы срезали. На что такое? На ловушке налеталось. Хапалось всего. Она не была. Ну, понятно. Теперь вообще 2 месяца ничего не могу сролить. Так меньше на ловушках улетай. Ну, я также сегодня повисла, но я не виноват, улетела тоже. Ну, реально повисла, у меня все висело. Ладно, всем удачи, до завтра. Ваня, пошли еще. Да не, я спать уже пойду. В этом анимешке как раз качались, пойду смотреть. Ты городской охотник посмотрел? Аниме или драму? Драму.
Не, еще не смотрел. Есть что там стоящего посмотреть из нового чита? То я уже последние пару лет ничего не смотрел. Киньте